Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фонел. Сегодня я поиграю в такую игрушку, как PvZ 2 Eclipse. Это более усложненная версия PvZ 2, да. Насколько, как я понимаю, я хорошо играю в эту игрушку, поскольку у меня там все пройдено, все выиграно, много растений. Ну что ж, давайте начнем. Надеюсь, мне эта игрушка понравится. Так, сразу вижу какую-то девочку, потому что это мод, в принципе, здесь она и должна быть. Так, думаю, надо скипнуть. Все-таки я уже про. Пока что все одинаково, все так же, как и раньше. О, так, я уже заметил здесь одну приколюшку. Это у нас то, что растения стоят больше, так как подсолнух стоит 100, а не 50. Так, солнце также дает. Так, может что-то с атакой? Так. Да вроде все нормально. Да, кстати, раньше здесь было вот так. Монетки выпадают все. Ну, это я знаю. Знаю, там, что монетки выпадают. В оригинальной ПВЗшке здесь были уже растения поставлены, а здесь их нет. В принципе, это понятно. Так, сразу вижу то, что довольно много зомби сразу идет. То есть мы не подготовлены, они сразу идут. Это отличается, да, немножко. Но пока что особых таких отличий я не увидел. Так. Такое ощущение, как будто у зомби больше намного хп, чем у оригинальных. Так. Насколько я знаю, здесь есть новые растения и еще и плюс новые зомби. Это хорошо. Но новых миров, по-моему, нету. Да, сколько? Давайте посчитаем, сейчас зомби придет. Посчитаем, сколько горошин понадобится. Так, давай, быстрее. Давай, считаем. Ну, на этих считать даже смысла нет, наверное. Что они, как бы лол. Да, лол. Лол как бы вообще. Да, давай. Да, только после 5 отпадают рука. Хотя в оригинальной после 4, да, у них больше хп. Так, все, в принципе, мы задефали, да? Мы же задефали. Давайте я орешек поставлю. Хоть я его не очень люблю ставить. Да, все, мы задефали. Стоп. А, здесь такая фишка, то, что здесь немного это смещено. Это думаю, что с этой? С лопатой. Так, и что мы получим? Ну, в принципе, как и в оригинальной версии. Круто. Не хочу считать это. О, кстати, да, забаглалась. Скорее всего, кто-то обсуждает не Египет, то, что мы сейчас полетим в Египет. Ну, да, время перемотано. И мы попадаем в Египет. В принципе, думаю, несколько левелов буду проходить за одну игру, потому что, если это усложненная версия, то здесь, скорее всего, будут более сложные уровни, и больше времени на них придется тратить. Я знаю одного ютубера, который делает как упрощенную версию прохождения. Кстати, вот кладбище, вот плохо. Могила. Так, пока все нормально. Только вот мне не очень радует то, что здесь цены повышены. Если здесь как бы будут более сильные зомби, то это будет не ахти, так сказать. Так, ладно. Расставляем. Так. Цены. Интересно, только подсолнух будет так дорого стоить или кто-нибудь еще? Что-то мне подсказывает то, что кто-нибудь еще. Так, давай быстрее ломай. Кстати, The Ancient Time. Ничего мне это не дало на самом деле. Все, по-моему, так же, как и в оригинальной ПВЗ. Но есть вот тут одно отличие. Вот 1-1. Это значит первый мир, первый уровень. Может что-то с ними случится, я не знаю. Так, давайте дальше. Сразу видно то, что больше зомби идет. Сразу видно, прям моментально. Так, давайте.
Реально много зомби идет в оригинальной версии. И, кстати, волна длится намного дольше. Так, хорошо, хорошо, идем. Все-таки, наверное, здесь будут... Ну, ну да, здесь видно то, что прям много зомби идет сразу. В оригинальной версии они шли, ну, максимум там 5 зомби по всем рядам, по одному зомбику. Но здесь вообще какая-то жесть. Тут еще и волны почему-то длятся много. Так, давай. Да, здесь намного больше зомби идет. Еще, кстати, нету капусты. Почему, интересно? Почему нет капусты? И почему я за один уровень получил, блин, мне 300? Это вообще что? 100, да, вот капуста. Отлично. Мне интересно. Классно. Опять эта девочка. Это, наверное, я так понял, создателя Клиза. Или создательница. 56 уровней. 56 уровней, ребята. 56 уровней, офигеть. Почему так много? Так, ладно. Угу. Понятно, круто. Стоп, что? Откуда здесь эти растения взялись? Они же за донат. Наверное, здесь растения в разброс. Растения в разброс. Ладно, ребят, погнали дальше. Ну, я не очень здесь вижу, что здесь 50 уровней. Ну, максимум уровней, ну, 30. Ну, здесь нету 50 уровней. Так. Угу. Ну, понятно. Ускоряем. Что я всегда прохожу с ускорением. Так, ну, сейчас время тратить не буду на эти горохострелы. Сразу буду ее ставить. И на могилу тоже. Зачем они мне? Так, сразу Ра идет. Бог Ра. И, кстати, здесь подсолнух намного дольше перезаряжается. Такое ощущение, как будто у капусты нам больше урон стал. Все, давайте посчитаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, да? Да, кстати, 6, у него больше урон стал. Она за 4 выстрела должна убивать. Но еще меня, кстати, удивляет то, что здесь даже улучшений нету. То есть, никто ничем не подписан. Даже улучшений нету. Что-то это плохо, плохо, да. Может, она давно создана, эта игра. Я просто не знаю. А, нет, тут есть название. Посмотрите на название. Тут реально оно поменялось. Не зря я смотрел ее ультима. Я одну серию посмотрел, короче, у ютубера одного. И там, ну, очень странно. Очень странно. Даже не одну серию, наверное, процентов 25 серий. Сколько она там, 8 минут длилась. Ну, минуты 2-3 я посмотрел, потому что, ну, не очень интересно, скажу я так. Ну, и там были, короче, разные названия. Я думал, что это у него определенная такая версия, но оказывается нет. Ну, ее ультима бы... Как... Ну, ее ультима были улучшения, а у меня что-то их нету. Давай быстрее. Да, заметьте, тут сразу идет... Кстати, да, второй уровень, это же это... Как их? Я забыл. Эти способности. И, кстати, нету этой. Тут все, короче, поменялось, я так понял. Многое чего. То есть здесь нету ни усилителей, листочков, ни способностей. Это очень-очень странно. Вроде все с газонокосилками нормально, не как в китайской версии. Так, ну все, я победил его наконец-то. Так, нам дадут... Что? Нам 1000 дали? За уровень-то 1000? Наверное, здесь монеты вообще не ценятся. Раз нам за уровень 1000 монет дают. Так, ладно, давайте. Что? Ну, да быстрее грузить. О, новый квест. Так. О, кстати. Скоро будет это доступно.
Ледяной горохострел. Хочу зайти в магазин. Ага, фиг там. Так, сюда надо зайти, окей. Мини-геймы какие-то, комьюнити, ивенты. Ладно, погнали. 10 кристаллов выдают всего лишь за первый мир, за 10 уровней. Да, кстати, я так понял, что здесь 10 уровней, это надо... Это... Так. Чтобы дойти до следующей, типа, да, 10-1 или 2, неважно. Тут надо больше намного проходить. Так. То есть надо все сначала миры пройти до 10 уровней. Так, окей. Думаю, этот последний уровень будет на сегодня. Следующая серия попытаюсь пройти намного больше. Так, отлично. Пока все хорошо. Но это пока. Скорее всего, это сейчас, ну, как бы Египет в ПВЗ 2 оригинальный и так был слабенький, очень-очень слабенький. И здесь, наверное, такая же схематика. То есть сейчас будет очень все плохо, все легко будет, а потом вообще капец. Что я сейчас сказал? Плохо? Зачем я плохо сказал? Так, хорошо. Так, надо скопать этот. Он некрасиво стоит. Что-то подлагало у меня. Я не знаю, увидели вы это или нет. Так. Угу, вот так. Хорошо, дают. Сейчас со скоростью света убьем. Ну, давайте сюда поставим, скопаем. Не люблю такие ситуации. Угу, хорошо. 2000 монет уже у меня. Как так? Так, здесь две волны. Третий уровень, две волны. Ничего себе, так скажу. Хватит давать уже эти орехи. Пожалуйста, дайте мне это. О, молодец. Спасибо тебе, конвейер. Так, ну, пофиг, забьем на него. Да-да, хочу. Кстати, здесь как-то... Как... Намного это больше растений дает конвейер. Хороших причем. Ладно, давайте ставить разброс. Я хотел не ставить их так, но походу это судьба. Ой. Ладно, пофиг, он убьет. Так, хорошо, идем. Вот тут сломать надо, он меня бесит меня. Я уже не знаю, куда ставить, это вообще бред. Но сюда ставлю быстрее. Сломал он неплохо. Я вообще не знаю, куда ставить. Чего это вообще? Сколько здесь? Офигеть. Смотрите, сколько их идет. Это что вообще? Давайте уже сожрите его. Ура. Такое ощущение, как будто здесь стена орех дольше живет. Так, все. Вообще все заполнено. Вообще все. Офигеть. 250 стоит. Стоп. Он же стоит 150 стоил. Ну да, походу здесь так повышенная цена. Так, давайте, ладно. Немного. Угу. Квесты. Так, хорошо. Что вам дадут? 100 монет. Вау, круто, спасибо. Хочу челленджи проверить. Давайте челленджи проверим. Угу. Почему так долго, а? Серьезно. Так, быстрее сюда заходим, пока никто не видит. Иди нафиг. Да ё-моё. Так, и чё? О, левел первый. Здесь есть что-то. Ну, Финмора. Один спецпакет. Ладно. О! Так, это что? Это повышение уровня, что? А почему снизилось? Третий уровень. Ничего себе. Так, стоп. Стоп.
Так она просто уходит, она обратно возвращается. То есть всего три уровня. Ладно. Ну, так по... Но здесь Ричард 18, а здесь и солнышек меньше. Ну, думаю, вот это надо оставить. Так, в сценариях. 9000. А, то есть, чтобы это, чтобы можно было его также прокачивать, надо 9000 заплатить. А, ну, нормально так. Так, ну это мы уже откроем. Сколько стоит? Сколько? Нифига себе. Ну, я так понял, что это специально, чтобы мы его не покупали. Какой дурак будет копить 100 тысяч кристаллов? 100 миллионов там, по-моему. Так, ладно, погнали. Магазин. Хотел зайти в магазин. Ну, это специальные растения, понял. Кстати, у нас здесь все поменялось. Реально. Это еще. Все тоже поменялось. Ну, короче, ладно, понятно. Это нет, нет. Так, монета. Один. Кстати, это легко. Так, это. Понятно. Круто. Ну, думаю, это еще нам рано. Настолько 2К монет. Сколько? Что? Хардкор. О. Он ремонт. Что-то. Чтобы это купить, разблокировать пиньяту можно. Сколько? Ага, фигушки. А что еще с менюшкой? Ладно. Так, и улучшение я смотрел. Так, все. Теперь я хочу сходить в челленджи. Что там у нас появилось? Какой челлендж уже? Это третий левел, у нас челлендж же какой-то появился. Быстрее давай. Ну, так, мини-гейм нету. Нету. О! Это ж С0. Это что? А, секрет лейбл? С0. А, типа за... это, за выполнение челленджей мы будем получать растения, что-то, как-то имбово же. Ладно, ребята, давайте. Я пройду в следующей серии. Давайте, всем удачи и всем пока.